Студія повернулася. Мене звати Ольга Гвоздецька. Зустрічаємо нашого гостя Олексія Васильєв, архітектор проєкту Extreme Beach Games. Людина, яка знається на екстремальних видах спорту, напевно, одним з найкращих у нашому місті. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Я правильно сказала, одним з найбільше знаєтеся в місті на екстремальних видах спорту. Я не думаю, що найбільше, чим кто-либо из ребят, которые увлекаются с экстремальным видом спорта. Но, по крайней мере, у меня есть возможность ребят объединить в такого формата мультиспортивные проекты. И, соответственно, общаюсь с разными экстремалами. Поэтому, наверное, чуть-чуть понимаю. Все-таки. Я, знаете, хочу почати ефір дещо нестандартно. Напевно, треба було б спитати, як взагалом у нас з екстремальними видами спорту в Одесі. А я хочу спитати інакше. Що не так у нас з екстремальними видами спорту у нашому місті? Вы знаете, к сожалению, немножечко то, чем мы занимаемся, со стороны государства, власти, вот, нет поддержки, скажу как есть. Все игры, которые мы проводили экстремальные, это мы проводили за свой личный счет, скажем так, либо же за счет там, привлеченных партнеров совместно. Да. К сожалению, такие вот экстремальные виды спорта, да, как кайтбординг, который на данный момент уже является олимпийским, да, и мы уже там с 2018 года отправляем детей на юношеский чемпионат Европы, на чемпионат мира. Вот. Це перший чемпіонат із цього виду спорту? Да, чи вже були на олімпійському рівні? Ні, це перший, совершенно перший, да. В 2024 году в Парижі должны быть представлены в основной программе Олимпийских игр именно кайтбординг, так же, как и саббординг. И, к сожалению, конечно, у власти, как у местной, так и у центральной, ну, почему-то на эти виды спорта не обращают внимания. Хотя, я вам так скажу, у нас большой потенциал. Допустим, по сноукайтингу у нас есть в Украине наш спортсмен Дима Яснолобов, он является обладателем Кубка мира по сноукайтингу. Сноукайтинг — это пока еще не олимпийский вид спорта, но это фактически то же самое, что и кайтбординг. Так, на дождь с ветрилом, але по снегу, так? По снегу, да. Или на лыжах, или же на сноуборде. То есть вот и благодаря такой вот победе, да, мы завоевали Кубок мира не где-то просто, да, там в Европе, а в России, он единственный этап был, мы выбрали право провести в Украине тоже этап Кубка мира. И вот 2021, с 18 по 21 февраля мы планируем провести. Поэтому хотелось бы привлечь внимание, почему я рассказываю на своей Facebook-страничке, почему я больше стал активен. Потому что хотелось бы привлечь власть, государственную власть, да, и местную, для того, чтобы они немножко обратили внимание на такого плана увлечения. Это уже не просто экстремальное, да, это становится как бы более массовым спортом. Потому что саббординг, да, он такой, скажем так, очень интересный, простой. То есть вы понимаете, о чем я говорю, да? Это как каяк. Саб – это так, дошка, да, власне, да. Але там треба грести. Да, ты стоишь так, стоя на ней, да, и веслом отталкиваешься. Зараз дуже модна така штука в Одесі. Да. Майже на кожному пляжі вже є можливість орендувати і поплавати. Світанки зустрічають на них. Да. Так, от у мене з ребятами нашими, з нашої команди, така ціль з тими організаторами, з якими ми проводимо вот Extreme Beach Games, щоб створити не просто частні школи, а щоб также школы были и муниципальные. И эти муниципальные школы дадут возможность заниматься, ну, скажем так, на какой-то льготной основе нашим детям. От давайте зупинимося на цьому моменті. Я хочу оголосити інтерактив. Чи треба розвивати екстремальний спорт в Одесі? Таке питання сьогодні до глядачів. Так, це важливо. Або другий варіант. Ні, тут і з традиційним погано. От яка ваша думка з традиційними видами спорту? Чи є від міста підтримка на їхню користь? Традиційні види спорту, ви знаєте, дуже багато зависит от поддержки, сразу скажу, лажа полная, если можно так выразиться в эфире. Вот, все зависит на личный контакт президентов федерации со спорткомитетом, с местным спорткомитетом, либо это там Тобто все вирішують зв'язки, власне, так? Да, да, да. То есть, тобто так, якщо з регбі в Одесі ще такось якось непогано? Ну, там є хороші партнери, да, там є підтримка, да. Тот спорт, у которого є спонсори, он розвивається. Тот спорт, который дотируется государством, к сожалению, он не имеет возможности развиваться. Мы ничего не брали пока что у государства. Конечно, мы хотим, чтобы государство на нас обратило внимание и
этот спорт мы развивали вместе. И мы со своей стороны, как специалисты, понимающие и разбирающиеся, да, дадим свои знания и умения, а государство даст должное финансирование и поддержку. Потому что когда на чемпионат мира едет наша команда там, в составе одного тренера, да, и двух спортсменов, а едут команды по новому виду спорта, да, по кайтбордингу, а едут команда Франции, Италии, Испании, где 10 человек, где 2 массажиста, свой повар, 2 тренера. Конечно, и новое топ-оборудование, конечно, условия не равные. Вот наша задача — создать равные условия для наших спортсменов. Угу. Ну, ви вказали на те, що хотіли б, щоб запрацювали муніципальні школи. Наскільки можна? Так, можливо, так. Ну, взагалі-то, якщо поставити мету для влади з урахуванням того, що сьогодні у Одеси досить немалий бюджет вже кілька років поспіль, це майже 11 мільярдів гривень, і з цих коштів можна було б виділяти гроші більше на спорт і традиційний, на екстремальні види спорту, тим паче, що ви кажете, що вже дві дисципліни стали олімпійськими видами спорту. Їх вже можна назвати традиційними, до речі, можна, так, а не так, виділяти, да, окремо. То можна було б відкривати імуніт муніципальні школи, тому що сьогодні ми кажемо і від політиків чуємо позицію, що все для діток, тому що це наше майбутнє, так? А з іншого боку, ми не бачимо взагалі то підтримки. Ну, наскільки я розумію, наприклад, для того, щоб дитина ходила, наприклад, на хокей, родина витрачає, ну, досить великі гроші. Тому що це є обладунки і, власне, сам льот. Отвечу на ваш вопрос. К сожалению, політики сейчас для выборов пропагандируют только лозунги. К сожалению, да, для детей. То есть политики сейчас будут говорить все для того, чтобы их избрали. Это понятно. Я хотел бы очень, чтобы у нас вот от Лужановки до Большого Фонтана на всей береговой линии, то есть функционировали хотя бы там 5-6 школ, там, водных видов спорта. Там их можно объединить. Это небольшое пространство. Это там бунгало 5 на 5, грубо говоря, где хранится снаряжение, где работают инструктора и выделенная территория. Таким образом, муниципальная школа дает возможность детям, скажем так, те, которые не могут, да, родители оплатить, ну, потому что спорт не дешевый, скажем откровенно, муниципальная школа дает возможность инструкторам, закупив оборудование, обучать этих детей, а дети — это будущие наши чемпионы. То есть это действительно так. Это то золото, которое впоследствии вернется в Украину в качестве медалей. И, ну, как бы, ничто так не определяет мощь государства, как наличие ядерных боеголовок и олимпийского золота. Но с ядерным у нас не дуже, тому треба робити ставку на спорт. Да. Ну, ми говоримо про зірочок. Якщо говорити загалом про розвиток, про фізичне навантаження для дітей, для підлітків, наскільки це дороговартісні види спорту? Я розумію, що ваші соратники, напевно, це і бізнесмени, люди, які заробляють. Ну, САП, може, не так дорого, а кайт це ж, напевно, досить. Ви знаєте, на самом деле, це небольшой міф, тому що в пределах там 20-25 тисяч гривень, немножко заговариваюсь, можно уместиться в комплект оборудования. Для начала это бэушное оборудование. Вообще, для того, чтобы научиться, оборудование покупать не надо. Есть достаточно школ в Одессе, в Украине, которые обучают. Они обучают, естественно, на своем оборудовании. Они даже при необходимости дают гидроодежду. И курс обучения где-то порядка 10 тысяч гривен стоит. Вот. Да, это не дешево, но это и не колоссальные сейчас деньги, на самом деле. Вот. Муниципальная школа может дать возможность приобрести на станцию оборудование, да, и оплатить только услуги того инструктора, который будет находиться. Угу. Поэтому говорить о том... А сколько инструктор коштует? Ну, инструктор, ну, зарплата в среднем там 10 тысяч гривен, 15 тысяч гривен. Я имею в виду, если взять урок, сколько это? Если брать урок, один урок кайтбординга стоит 1300 гривен. То есть где-то в эти... Это 2 години десь, так? Это час, его вполне, час-полтора. То есть, ну, никто с секундомером не стоит. Этого вполне достаточно для того, чтобы для первого урока понять ту нагрузку, которая совершенно новая для человека, совершенно для головного мозга непонятная. Вот. Очень совершенно разные принципы воздействуют. Ну, то есть
И человек, занимаясь этим, должен себе отдавать отчет, что это все-таки экстремальный спорт, и самоучение тут очень травмоопасно. Поэтому, конечно, сколько треба взяти уроков, чтобы потом самостоятельно... 10 занятий. За 10 занятий человек может научиться. То есть это десь 13 тысяч гривен курс навчання, так? Да, где-то в этих пределах. Все очень индивидуально. Кому-то и 20 занятий мало, а кто-то с 5-го занятия ездит и уже безопасно разворачивается и катается. Поэтому очень тут індивідуально, ну, в середньому 10 занять достатньо. Mm-hmm. Ну, дивіться, ви провели власне чемпіонат скейтбордингу, так? От давайте покажемо невеличке відео з цього чемпіонату, щоб глядачі розуміли, що це взагалі то за такий вид спорту. Да, це був чемпіонат України по скейтбордингу 2020, дисципліни фрістайл, курс-рейс, гонка і фойл. Mm-hmm. Режисера, покажіть нам, будь ласка. Ну, дуже красиво ми відзначили, так, під час перегляду, але ви вказали, що це фрістайл, тобто це от таке шоу, власне, так? Ну, да, ну, це складні акробатичні елементи, які проводяться анхук, тобто знімаєш з крюка, вся тяга залишається у тебе на планці, і ти робиш вращення вокруг своєї осі. Вот. Це складно таким, для того, щоб досягти такого рівня, ну, ребята займаються не один год. Є прості дисципліни, це гонка, да, це гонка на обычных досках твінтіп, таких прямоугольных, где можно в удовольствие кататься, можно гоняться, то есть тоже была дисциплина, тоже ребята отгонялись. Достаточно сильный ветер был, нам повезло с прогнозом погоды, потому что мы начинаем соревнования где-то от 6-7 метров в секунду. А если нема ветра, что вы робите? Мы ждем. У палатках, у наметах переочекуете? Да, ждем, пока задует ветер. А это, так это может быть день, два, три? Ну, соревнования, как правило, назначаются на неделю. Вот, и в течение недели ждем прогноз. А что робите, когда нема ветра? Ну, кроме очікування самого. Общаемся. Все же ребята съезжаются со всех уголков страны. Мы прекрасно проводим время, общаемся, мы обсуждаем новые трюки, новые элементы, мировую практику обсуждаем. То есть, ну, вот как-то так. Все в дружественной атмосфере. У вас кумир есть из экстремальных видов спорта? Конечно. Ну как, нет, кумира у меня нет. У меня есть те ребята, за которыми я наблюдаю, за которые ну, меня поражают своим бесстрашием. Да, и, вы знаете, этих ребят даже мы привозили в Украину в качестве гостей на наши чемпионаты, которые мы проводим. То есть, угу. Есть, конечно, есть те ребята, которые... Ну, очень крутые. Вы провозите их и как менторов, как гуру? Мы привозили их, да. Они брали участие в чемпионате? Нет, как специальных гостей, вот, для того, чтобы они дали мастер-класс нашим ребятам, для того, чтобы они показали, какой есть уровень, вот, и для того, чтобы они с ребятами пообщались, и чтобы те молодые спортсмены, которые у нас есть, поняли, что вот этот чемпион мира четырехкратный стоит, и вот он вместе с ним катается на одном споте, вместе с ним он прыгает, и тот ему рассказывает, как сделать тот или иной элемент. Это очень сильно ребят заряжает молодых, я в частности там вот тех ребят, которых Кирилла Асеева мы отправляли на юношеские Олимпийские игры, да, он боролся за лицензию на юношеские Олимпийские игры, вот он тоже видел этих, собственно говоря, звезд мирового кайтбординга. Він боролся за лицензию, он боролся, отримав? Да. Нет, не получил, потому что надо было выиграть либо чемпионат Европы континентальный, который проходил в Марокко, либо чемпионат мира в... Ну, не выиграть, войти в тройку. Чемпионат мира, который проходил в Китае. Ну, не в этот раз, вот, но есть к чему стремиться. То есть это уже такой вектор на 2024, да, как да. Сказала? Нет, это мы готовили к 2018 году, к юношеской Олимпиаде, которая была в Аргентине, да, Буэнос-Айресе. Вот мы к ней отбирались. В 2018 году мы летали и на мир, и на Европу. На вашей странице в Facebook я нашла переможців. Олексій Бушко – это золота медаль, так, у этом чемпионате, который мы показывали. Серебро – это срібло, это Михайло Сербін. І
бронза Роман Макаренков, так? Макаренков, так. Да. Макаренков. А який призовий фонд був? Ну, такий недешевий спорт, а що вони виконували? Недешевий спорт, ми змогли виділити общий призовий фонд на всі дисципліни, порядка 20 тисяч гривень. Тобто... Розподілили між двома переможцями? Да, да, да. Так. Ну, тобто, ну, символічно. Так? Символічно, да. К сожалению, пока символічно, но мы, я же говорю, проводили это фактически своими силами, поэтому мы оставили еще средства, потому что все-таки будем встречать Кубок мира, как я уже говорил, да, вот по сноукайтингу, тоже важная дисциплина, а для того, чтобы соблюсти все требования, которые, ну, выдвигает Международная ассоциация кайтбординга, нужно тоже порядком потратиться. Поэтому я сейчас не имею права, ну, скажем так, потратить все деньги на то, чтобы провести чемпионат Украины. Mm-hmm. Тем более есть Министерство молодежной политики и спорта, которое, ну, к сожалению, кроме грамот и медалей, пока что тоже ничего не выделяет. А спорт действительно не дешевый, ребятам надо тренироваться, оборудование качественное, дорогостоящее. Вот. Ну, как-то пока своими силами вот так вот ребята все и выходят из ситуации. А сноукаутинг, где будет проходить этот чемпионат? Он будет проходить в наиболее благоприятной зоне снежного покрытия. Мы выбрали Харьков, Старый Салтов. Вот, угу. Да, потому что... И именно... чему-то подумала про Карпаты? Было бы логичнее? Нет, нам нужна плоскость. Ровно по поверхности, да, так? Да, нужна плоскость, спот, где можно расставить буи, потому что Карпаты из-за горы ветер может дуть, пропадать, скажем так, а тут ветер нужен постоянно. А якщо, знову ж таки, не буде вітру, ну таке може бути, або не буде снігу? Ви знаєте, сніг, ну, от в прошлом году ми ж получили право проведення, ми готувались, но ми не провели 4 етапи, пройшов тільки один етап, он состоялся в Росії, да. А в Швейцарії, Італії і в Україні були відмінені. Угу. Ми вже в прошлом году могли провести этот етап Кубка Мира. І провели всі 3 етапи, отменили все 3 этапа из-за отсутствия ветра, к сожалению. А в России, да, был ветер, и наш спортсмен стал чемпионом. Угу. Ну і давайте поговоримо про роль жінок у цьому спорті, тому що ми про дітей, про юнацтво поговорили. Жінки долучаються до вас, наскільки активно? Ну так, да, зараз гендерний принцип дуже модний, але, несмотря навіть на це... Ви витримуєте, до речі, його, як у виборчому, ну, конечно, законодавстві? У мене команда, фактично всі дівчатки, які допомагають, з якими ми совместно робимо Extreme Beach Games, і які, скажімо так, ну... Ну тоді ви не витримуєте норми, тому що ви один, а навколо тільки дівчата. Ви порушуєте її. Ну, нет, ну, есть и ребята, конечно же, у нас большая команда. Дело в том, что, конечно, последние 2 года больше учеников в школах, да, по кайтбордингу, даже вот, ну, 60%, наверное, это девушки, ну, в нашей школе, по крайней мере. И цікавляться, так? И, да, интересуются, mm-hmm. находят время, это же время надо найти. Мы учим не в Одессе, мы учим за городом, либо в Сергеевке на Гудакском лимане, либо на Телегульском. Там прям база у вас такая, так, у Сергеевки? Да, 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 да. Mm-hmm. Либо Телегульский лиман, вот. И, вы понимаете, то есть это найти время, возможности. То есть и девочки, да, девушки, взрослые девочки, то есть они приходят, занимаются. И, кто починає? Ви говорите їм про якісь фізичні дані, якими вони мають показувати? Або, ну, мінімум мають бути м'язи підготовлені? Координація. Достаточно координация и... А вага має значення? Да, в принципе, не особо. То есть тут это не силовой спорт. Если просто кататься, тут надо иметь просто координацию. Если есть координация, инструктор научит и расскажет, и покажет. Девушек mm-hmm. достаточно много, да, и все с радостью занимаются, потом сами уже ездят. И... Вид спорта интересный, что можно собрать рюкзак, взять с собой доску, не обязательно дополнительно оплачивать и полететь в любой... уголок мира, где дует ветер, и кататься. То есть не надо с собой тащить что-то там такое большое или там, ну, тяжелое, то есть специального оборудования. Можно не приобретать в авиабилете специальное оборудование. Угу. Зрозуміло. Ну і ще один захід у вас пройшов такий значимий. Власне, ми вас і представили як архітектора, так, проєкту Extreme Beach Games. Це був великий фестиваль, який пройшов наприкінці літа, так, початку осені. Так. Да. Это был действительно большой фестиваль, но это была серия из 4 фестивалей. Мы на протяжении летнего сезона провели 4 фестиваля. Вот. И 5-й сейчас будем проводить 17 октября на Крымском бульваре. Вот. На поселке Котовского. Да, это серия игр, где мы объединили под
брендом Extreme Beach Games, да, там пляжные и экстремальные виды спорта. Вот. И к нам также подтянулись и танцевальные виды спорта, такие там, как pole dance, хип-хоп, брейк-дэнс, да. Вот. И, собственно говоря, получилось очень классное шоу, которое, ну, до сих пор звонят ребята, говорят, будем ли делать в следующем году, мы хотим к вам присоединиться, то есть у вас так много спорта. Действительно, мы по каждому виду спорта проводили еще и дополнительно для пришедших зрителей мастер-классы. Или, допустим, ребята, которые занимаются одним видом спорта, они смогли на этом мероприятии приобщиться к другому виду спорта. Это было круто, действительно, и очень много таких позитивных отзывов получили ми. Угу. Чи багато людей долучилося? Ну, зрозуміло, що були учасники, а от люди, це ж було на Кролиному Лазі, там дуже багато відпочивальників. Не просто прийти подивитися, а взяти участь, може, в якихось? Були дисципліни аматорські, в яких можна було прийняти участь, виграти якийсь приз символічний, звісно. Також і танцевальні дисципліни, і батутна акробатика. Вот, в принципі, і чемпіонат України по саббордингу теж можна було поучаствовать. Тому, звісно, були. Ну, вот на ивенте четвертом было порядка 500 участников. Вот, естественно, зрители были, приходили, смотрели. То есть два дня длился ивент. Ну, так, достаточно интересно. Угу. Вы себя называете архитектором. Чему так? Чему брали такое позначение? Да, потому что я координирую действия. Вот у каждое направление, да, по виду спорта есть свои лидеры мнений. Да? Есть лидеры, которые там, которых слушают. Вот. И я просто этих ребят беру к себе, и мы их совместно координируем, что мы будем проводить. То есть тут нету такого единовластного управления, то есть мы все решаем в таком консенсусе. И, соответственно, поэтому моя задача как координатора, да, правильно распределить, ну и сделать так, чтобы было это интересно всем присутствующим. У вас є талант менеджера, так, напевно, непоганий. Yes, yes. Ну, якщо людина організовує великий фестиваль, то це вже точно такий талант маєте. І давайте все ж таки наостанок повернемося ще раз до нашої тематики. Ми з вами заявляли тему ефіру, як чи може Одеса стати центром власне активного туризму, і сюди як сегмент входять екстремальні види спорту. Звісно ж. Як вважаєте, може стати Одеса найближчим часом таким центром? І чи можливо це за відсутності підтримки місцевої влади? І фінансової в тому числі? Не то, чтобы Одесса может, она должна стать. И поддержка власти тут необходима. Если власть хочет, чтобы Одесса стала центром восточноевропейского туризма, да, она обязана обратить внимание на фестивали, да, то есть, которые проходят в Одессе, увеличить их количество, разработать правильную программу проведения. Во Львове, например, порядка 200 фестивалей в году проходят. У нас сколько фестивалей? Одесса Джаз Фест. Ну, Одесса заявляет, что она просто столица фестиваля. Ну, к сожалению, мы занимаемся спортивно-развлекательной деятельностью, да, вот с командой, и мы понимаем, что, к сожалению, их очень мало, и мало массовых мероприятий. Спортивных, так. И спортивных. Честно скажем, мало. И культурных. Вы знаете, вот вы порядка 10 культурных мероприятий можете назвати? Я лично не считав. Підраховують, я вам скажу, департамент культури, який звітує кожного разу, і пані Маркова каже про те, що Одеса – це столиця фестивалів. Я проводила аналіз один раз, і я пишаюся, що в Одесі є одеський кінофестиваль. Да, це захід, яким треба пишатися. Конечно. Але місто для цього фестивалю майже нічого не робить, ну, окрім супровідних якихось моментів, да, коли дозволяє, наприклад, ходу, або дозволяє перекрити вулиці, то, що фінансове місто не втрачається, ми про це знаємо, так? Але коли підраховують і кажуть, у нас там проходить близько 120 фестивалів на рік, то це такі маленькі заходи, про які, може, і навіть і не треба було б так згадувати окремо. Що... Там за все діло. Чому? Тому що це, ну, по крайній мірі, як для мене, це популізм. Популізм і просто отчет. Тобто, о ділі туристичного департаменту повинні говорити його мероприятия. Тобто, цього, к сожалению, нет. Говорю, как есть, и не стесняюсь этого. Я считаю, что Одесса может стать центром, да, и должна стать не только там спортивного, да, ну, а вообще, то есть такой благодатный город у моря, с такой, ну, скажем так, изюминкой. Аурой, так, да, атмосферой. Да, аурой, да.
И, ну, как же, почему так происходит, что у нас может быть гораздо больше туристов, да, и мы, как представители, скажем так, той структуры, которая может проводить там большие мероприятия, да, уже проводит их, собственно говоря, да, понимаем, что можно проводить, допустим, спортивные большие мероприятия европейского уровня, которые приедут люди, приедут туристы, приедут зрители. Это привлечет дополнительные финансы в Одессу. И муниципалитет, я считаю, обязан это понимать. Если он не понимает, ну, тут сложно комментировать. Можливо, зміниться після виборів склад і достукатися можна буде. Я вам бажаю наснаги у вашій діяльності і як організатора фестивалів великих, спортивних, і як людину, яка виховує нову хвилю, генерацію нову спортсменів, екстремалів. Дуже приємно спостерігати за тим, що ви робите. І ну, це насправді крута сторінка у спортивному житті нашого міста. Дякую. Давайте підбивати підсумки інтерактиву. Чи треба розвивати екстремальний спорт в Одесі? Так, це важливо. Такий варіант відповіді набрав, підкажіть, 80%, 20% ні, тут із традиційним погано. Розуміємо і перших відповідачів, і других. Нагадаю, що сьогодні про екстремальні види спорту ми говорили з Олексієм Васильєвим, архітектором проєкту Extreme Beach Games. Дякую, що завітали. Дякую. А далі ефір 7-го продовжиться після невеличкої паузи. Повернемося.